Транспортное сообщение между Францией и Великобританией будет затруднено до 6 января, сообщили в четверг о французском МВД. С воскресенья, после того, как британский премьер объявил о появлении в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса, в порту Дувра скопились тысячи грузовиков, которых пока не пускают на континент. Со среды первые счастливчики смогли пересечь Дуврский пролив. Приоритетными в глазах французских властей считаются граждане республики, проживающие во Франции британцы, граждане третьих стран ЕС, путешествующие в профессиональных целях. Результаты их тестов должны быть негативными. Вместе с дальнобойщиками застряла и группа туристов из Румынии. Они надеялись добраться домой к Рождеству. Все это очень тяжело. Мы вымотаны до предела. Мы уже давно не мылись. Здесь нет ни душа, ничего. Нам осталось совсем немного до парома. Местные власти должны что-то сделать, чтобы улучшить движение транспорта. Под давлением власти Кента согласились наладить железнодорожные и паромные сообщения в пятницу, в католическое Рождество, хотя обычно транспорт в этот день не работает. Из 6 тысяч водителей грузовиков, ожидающих возможности переправиться на континент, по данным британского министерства транспорта, тесты прошли 2364. У троих результат оказался положительным.